С обзором у нас коробочка из-под конфет. Дима помылся. У нас как пятница, так надо в какашке все измазать. Вроде сидит, молчит там. Я думаю, спит. Слышу хихихаха, захожу. А там каждую пятницу все больше и больше измазано. Еле отмыла. Фотографию сделала на память, распечатаю. Вырастешь, покажу тебе, как ты с какашечками игрался. Да? Что ты показываешь? Вот такая, скажи, у нас была коробка конфет на видеообзоре. Да? Скажи, мама снимала видеообзор на вот такую коробочку конфет. Да? Солнышко, смотрите, в моей комнате. Немножко появляется вон. Кошмар, там и на полу мелкие кусочки какашки лежали. Это, не знаю, такой первый раз. Все полы пришлось перемывать. Да. С каждым разом все хуже и хуже. А тебе смешно? Тебе все смешно и смешно, да? Козявочки. Ой, солнышко какое. Ой, скажи, какое солнышко. Нет солнышка. Есть солнышко. Нет солнышка. Есть солнышко. Нет солнышка. Есть солнышко. Коробка тень создает, да? У тебя на личике. Да. Намылся чистенький Дима. Фу, да. Чем Дима мазался? Каками мазался Дима, да? Ай-яй-яй, зачем? Дима, у тебя каковый крем, что ли, был такой? Каковый крем? Дай, Дима. Ну, рассказывай мне. Что сейчас только что было? Расскажи. Зря камеру убрала. Там в туалете у нас кто-то смыл. И Дима напугался. Там вот был он около коробочки. Напугался, прибежал, у меня вцепился. Стал пугливый. Из-за того, что у соседки перекосилась дверь. И она эту дверь очень сильно захлопывала. Не трогай. Очень сильно захлопывала она эту дверь. И даже у нас во всех комнатах было очень хорошо слышно. Было очень слышно. Я сама даже, честно, вздрагивала. Вот сидишь, я помню, ролик монтируешь в наушниках. Она как, хлопнет дверью. Аж подпрыгиваешь со стула, блин. Вот. Ну, видимо, я так поняла, что перекосилась, скорее всего. Она вызывала мастера относительно недавно. То есть, эту дверью она хлопала. Что ж такое здесь происходит у меня? Дверью этой хлопал в течение, наверное, 3 недель на протяжении. Что там у мамы? И уже ребенок в последнее вот время, последнюю неделю уже просто стал пугаться до слез практически. Прям все сразу цепляется в маму, все. Просто стали уже пугливы. Мне уже даже периодически самой становится страшно. Вчера вот мы бегали, играли. В подъезде кто-то там, женщина, я так поняла, скорее всего, поднималась и чихнула на весь подъезд. Ну, представляете, на весь подъезд чихнуть. Так он, бедный, аж испугался, ко мне подбежал, что-то не до слез. Да? Ты стал пугливый, сына. Ну, как же ты маму-то будешь защищать? Ты же мужчина будущий, а ты пугливый. Мне что, придется тебя защищать еще вдобавок? Какие у нас? Ну-ка. Поверни. Сзади кудряшек больше. Кудрявый какой, кудрявый. Да, повернись. О, вот сзади прям вообще волос у него больше гораздо. Еще в прошлом году он был лысенький такой.
Ну, были волосики, но прям такие тоненькие. А в этом году он как шевелюра. Здесь сверху у тебя мало волос. Вцепился, вцепился. Мама. Мама, не отдавай меня. Кто-то топает. По потолку кто-то ходит. Мама. Мама, кто-то ходит. О, лезет, лезет. Кто-то ходит по потолку, да? Мама, не отдавай меня. Не отдавай меня, мама. Ты? Сына. Ну, соседи, наверное, есть. Со всех сторон-то. Мы с тобой не одни живем же в доме. Ты вот каждый вечер у нас вот так вот происходит. Каждый вечер он боится. Вцепляется. Днем вот как с утра нормально. Ага, запрокидывает ногу, запрокидывает. И что, я тебя сейчас посажу, а ты убежишь. А теперь давай меня вот отпускай вниз. То наверх тебя, то вниз тебя. Это тебе что, лифт что ли? Укладываю ребенка спать. Приходим с Димой в комнату. Воняет какашками, которыми он сегодня обмазал всю кроватку. И простынка вся была в какашках. Думаю, да что ж такое? Открываю балкон. Разворачиваюсь. И вижу вот это. Блин, ну это... Дим, это кошмар. Я бы ни за что не подумала, что мой ребенок решит говном обмазать стену. И именно рисунок еще вот этот. Ладно, если бы там вот та белая, там можно в конце концов вырезать ее, там чем-то замазать и там заклеить в конце концов. А здесь... Я думаю, ну почему так воняет говном? Не пойму никак. Да что ж такое, думаю. Открыла уже окно, думаю, балкон вернее, думаю, да что ж такое, это не выветрилось. Думаю, кроватку я все перемыла, все хорошо, нигде ничего нету. Оказывается, ты еще и на стену положил ее. Ты зачем положил какашку на стену, скажи мне? Сына? Ай-яй-яй. Маме вот сейчас на ночь работа. Как я это сейчас буду отмывать? Как я сейчас все это буду отмывать? Кошмар. Скажи кому-нибудь, рассмеются. Да, рассказывай, рассказывай. Вот мама потерла, немножечко оттерла. Обои снимается, поскольку это картина была наклеена вот именно вот на вот эти вот обои сверху, то, конечно, она протерла. Но она и в принципе, наверное, протерлась бы. Вот, ну, чуть-чуть осталось, ногтями пыталась оторвать, сразу отрывается все. Вот. Ну, вот так теперь стало у нас. Да? Ну, может быть, хотя бы запах потом выветрить. Может, отвалится само. А? Бесстыдник маленький. Вот так вот детям клеить обои. И обои вон отодранные. И шедевр. Измазан какашкой. И когда ты только успеваешь? Заснул сразу вроде. Проснулся тоже вроде. Быстро подошла. Когда успел, непонятно. Вот так и успевает. Вечером уложилась, с утра проснулась. Вон. Шедевр. Да? Твои шаловливые ручки лезут везде. Да? Даже вон бедный стол. Со стулом отправились на балкон. Как думаете, почему? Напишите в комментариях. Почему стул? Стол, вернее, со стулом. Тебе смешно, конечно. Отправились жить на балкон. Пишите, пишите в комментариях. А знаете почему? А потому что Дима подъезжает на кроватке к ним и толкает. Они падают постоянно. И могут сломаться. Вот поэтому они теперь живут здесь. Старый манеж наш, который никак продать теперь не можем. Он, кстати, каштан, я вам говорила. Ой, окна какие грязные, кошмары. Чуть-чуть видно. Каштан он уже отцвел. Как в парке мы с вами видели. Это вот штучка от кровати. Над кровать маятник была. Стоит тут. Теперь много вещей всяких непонятных. Да?
Ну, вот выветрилось, вот чуть-чуть поменьше пахнет. Там, кстати, на столе одежда сохла. Да, лежала просто одежда. Дима взял, разбросал влажные салфетки. И одежда стала мокрая. Опять сложила. Высохла, сложила. Дима на следующий день опять салфетки разбросал. А что самое удивительное, развязал даже мешок, который был завязан. Немножечко завязан. Да? Сегодня мама будет сейчас стирку закидывать. Сейчас буду стирать все. Да, что? Время 8. Пора спать. И ты говоришь, типа, мама, посмотри, время. Мне спать надо. Что тут встал-то своей камерой? Рассказываешь, что я сегодня целый день делал. Вернее, после обеда, чем я занимался, да? Что ты рассказываешь всем? Что? Стыдно стало? Нет еще? Не стыдно еще? Засранец маленький.